Впервые в Чебоксарах прошел фестиваль национальных костюмов, который объединил не только культуры разных народов, но и авторское видение современного и традиционного искусства. Начало такому масштабному мероприятию дал праздник чувашского костюма. Искусство никогда не стоит на месте. Более того, оно изменяется благодаря новым идеям творческих людей и веяниям времени. В Чувашии живет много национальностей, каждая из которых богата своей историей и культурой. Эти коллекции – результат непрерывной работы мастеров. К примеру, Зинаида Воронова создала свою композицию «Звенящая россыпь» в течение года и по праву получила хорошую оценку. Цель фестиваля, сегодняшнего фестиваля – это объединить всех мастеров, художников всех наций, и Татарстана, и Мордовии, и Азербайджана. Это самое красочное мероприятие, где мы можем знакомиться, показать свое творчество. Дай Бог, чтобы этот праздник продолжался. Каждый народ старается сохранить свою индивидуальность, ведь именно через костюм можно показать связь времен и поколений. Я про Туркменистан, костюм, который вот девушка у нас носит, вот именно вот в синем платье стоит, это вышивка из древних времен еще идет. Это очень старые вышивки на тюбетейке, даже наши прабабушки, прадедушки все это одевали. Фестиваль национального костюма уже стал своеобразным символом дружбы разных народов. Участники праздника надеются, что теперь смогут каждый год демонстрировать свои костюмы. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.